Всем привет, дорогие мои, с вами Леон, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Brotherhood. Что ж, в прошлой части мы добыли предпоследний ключ к доспехам Ромула, а сейчас мы отправляемся к очередному агенту тамплиеров. По всей видимости, на карте появляются вот эти вот хранилища Ромулов ключей, так их будем называть. Только тогда, когда наступает их время, что ли, то есть не так, как во второй части Assassin's Creed, они появлялись практически сразу, нужно было только на это время уделять, а они появляются прямо в определенные моменты, что на мой взгляд, и прикольно, и не прикольно, так, я уже практически восстановил весь Рим, осталось только накопить много денег для достопримечательностей, которые стоят от 30 тысяч, там, 40 тысяч. Мы минимы, нуждаемся в пожертвованиях. Что тут у нас? Но взамен готовы дать знания. Честный обмен. Однако один из нас решил извлечь из этого выгоду. Он злоупотребил доверием народа. Как погибли эти люди? Они осудили образ жизни брата Ристора. И что же? Их отравили. Ты ведь тоже осуждаешь его. Ты не боишься его гнева? Тот, кому нечего терять, не знает страха. Я не нарушал свои обеты. И теперь предаю себя в руки Господа. Господь услышит меня. Обеты связали твои руки. Поэтому тебе нужен тот, кто сделает все за тебя. Пожалуйста, пойми. Я не могу убивать. Понятно. Брат Ристоро прячется рядом со своей церковью. Найдите и убейте его. Убейте в полете брата. В полете брата. Так, интересно. А я могу. Где этот Ристоро? Он в церкви. Но телохранители не отходят от него ни на шаг. Борджа не сумеет защитить его. Так. Давайте. Блин. И дастся вам. Что это за фантомас просто? О боже. Брат Ристоро принадлежал к ордену Минимов. Известно, что он собственными руками убил двоих своих товарищей по ордену, опасаясь, что они разоблачат его темные дела. В базе данных Абстерга о нем сказано: брат Ристоро дал обет жить благочестиво и смиренно, но никогда его не исполнял. Очень опасный человек, законченный параноик. Наверное, исповедоваться тому священнику весьма занятно. Понятно. Так, что ж, давайте тогда убиваем этого Волан-де-Морта. Справедливые слова. Однако брат Ристоро. Что ж, брат Ристоро находится где-то там, и я уже вижу два альтернативных пути подхода к этому месту. Так, я так понимаю, он находится где-то там в красной зоне, куда тяжело попасть. Но не нам. Так. Так, хорошо. Ну, где там наш братец? Вот он. Requiescat in pace. Лысая башка, дай пирожка. Да, не знаю, последний ли это был агент тамплиеров в полете. Замечательно. Именно так и надо было. Так, посмотрим, что. Секундочку. Мне кажется, или мы здесь были, да? Да, по-моему, здесь мы были. Я уже подумал, это последний будет шестой ключ к нашим доспехам замечательным. Но нет же. Так, вы ничего не видели. И когда же появится этот шестой ключ, мне интересно. Так, чем будем заниматься дальше? Я планировал до конца уже уничтожить все машины Леонардо.
Этим, наверное, и будем заниматься. Так. И телепортация. Хе-хе-хе, я обожаю так делать. Танк Монте Черечо. Черечо? Да, как можно заметить, я уже даже в другом одеянии, в другой расцветке. Это тосканский медь. А, чудовищное изобретение Леонардо под названием танк может изменить ход войны. Эту разрушительную боевую машину необходимо уничтожить. Не получите урона, используя танк. Да. А, то есть вот этот вот наряд, он не классический белый, а вот именно тосканский медь. Что, я думаю, очень гармонично смотрится с окружением. А, так, что у нас здесь? Машина под надежной охраной, а шпионов я поймал. Те, кто пытается обокрасть Чезаре, должны быть наказаны. Эта крыса могла спрятаться здесь. Сам ты крыса! Так, классический стелс-экшен попёр у нас. А, что-то мне сдается, что это может быть не так просто, как хотелось бы. Именно с этими танками. Так. Ладно, вроде все пучком пока что идет. Как-то я неподготовленно поехал на это задание. Побежал ли? Доспехи у меня попереломаны, разбиты. Так, нет, не так. О, другое дело. Захотел навести панику здесь, да? Не получилось. Так, значит, тут тот чувак-конструктор этого танка и чертежи. Он знает, где находится. Надо его допросить. Так, я уже, в принципе, вижу, куда надо будет идти. Оп! Опа! Что же у вас тут за дырки такие в заборе, а? Ну, здорово! Познакомься с моим кулаком. Так, да нет, нет, не так. Чуешь, чем пахнет? Что тебе нужно? Где чертежи оружия? На столе. В другом конце крепости. А само устройство? Не знаю. Но для управления нужно 3 человека. Когда пойдешь со мной? Нет. Мы схватили 3 солдат. Они в камере, там, рядом с чертежами. Они помогут тебе. Бен. Так, хорошо. 3. Ой, как бы он сейчас тревогу не позвал, а? Немедленно. Он похож на... Куда он? Так, 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 не надо мне тут. Я уверен, что уже видел его. Да ты что? Это самоуверенный вообще? Уп. Упс. Здорово, дядя. Где черт? Он уходит. Да ты что? Так, ладно, оценим обстановку. Нам нужно туда. Так, вот так. О, все там мучаются в вагоне. В вагоне просто... Так. Мы раньше... Он уходит! Да, я ухожу. И ты меня не остановишь. Быстрее! Быстрее! Странно. Он уже должен был... Вот как вот тут типуля скончаться. Так, вон чертежи, я их вижу. Хорошо, прыжок. Похож на инопланетную тарелку. Так, что ж, теперь куда?
Так, а вон три заключенных этих, хорошо. Эй, здорово, наемники. Ой, не то. Где машина да Винчи? За нами. Они замаскировали вход, но мы его отыскали. Не показалось ли, тот конструктор сказал, что поймали трех солдат, а не двух? Или нужно кого-то еще освободить? Пошел! Ух ты, блин. Сейчас будет больно. Так. Сейчас будет заварушка. Так, блин. Нет, где-то мой меч Санция. Понеслась! Ты мне доспехи поломал, ублюдок! Что же такое-то? Почему он такой неподвижный-то? О да! О да! Так, ты порежем мечи этой фиговиной. О! Так. Ладно, продолжаем путь. Бей его! Эй ты, стой! От нас он не убежит! Да. Так, главное, чтобы тех наемников не переубивали. О, да. Весьма жестоко. Так, нет, не это. Нет! Ну вот, теперь он будет... Вот, глупая система, на самом деле, подбора оружия. Ай, блин, придется ставить мой меч. Чезаре считает ее своим главным оружием. Его войска готовятся к вторжению на Сицилию. Мы остановим их. Главным оружием? Нам нужно открыть эти ворота. Я что-нибудь придумаю. Эх, вы тяжеловесы. Не то, что я атлет. Так, нужно теперь им открывать пути подхода. Так, ага, вижу. Так, там вижу сундук. Ну, ладно, не буду тратить время на его добычу. Так, сюда. И нужно открыть очередную дверь этим болванам. No! Блин, обожаю так делать. Так. Новая фишка у меня такая. А вот и ты. Наконец. Не шути со мной. Не шути со мной. Правильно, Эцио. С тобой шутить опасно. Я опущу мост. Так. Сказать-то легко, а вот опустить еще нужно. Сразу говорю, до 100% синхронизации дойти я даже и не мечтаю, потому что я действительно помню, что это сложно. Леонардо думает, я буду этим управлять? Инструкции, конечно, нет. Иди вперед! О, ништя! Мерда! Так, ладно, немножко нужно прыгнуть с управлением. Так, ладно, давайте почитаем еще раз. Там не получить урон, используя танк. Хорошо. А с перезарядкой у этого оружия все в порядке. Так, ну нужно... Так, вот, все, понял. Блин, ну вот эта тарелка просто. Неужели... О, ништяк, я его сломал. Неужели Леонардо раньше на самом деле такие машины строил? Ну, понятно. Так, аккуратно. Ауч, понятно. Кацо! Слишком далеко. О, да.
Бам! Ноги-то там всем повырывает, нафиг. Так, а я могу получить урон, если буду биться краями об что-нибудь? Блин, с первого выстрела все разносит. Это замечательно. Хорошо. Good. Умрите! О, чёрт. О, чёрт, о, чёрт, о, чёрт, о, чёрт! Уху! It's so close! Блин, да... Взорвись! Нет, нет, нет! Только не развались! Блин! Полная синхронизация! Падла! Так, ладно, по нам попали. Синхронизации точно уже не будет. Тогда придется всех просто убивать нафиг. Хотя там траектория такая была, по сути, не должно было задеть, но в системе видней. Так, да едь ты вперед! Так, покоцанная уже штуковина. Страшно? Это я иду. Блин, я просто представляю, что этот тип из... Нет, не представляю, что он чувствует. Я вас сейчас всех передавлю нафиг. Вкуснятина. Так, ладно, что у нас там дальше? Я иду. Бойтесь меня. Молодец. Если наших можно ранить, значит и их тоже. Тупая. Осталось совсем немного. Тупой танк. Блин, ништяк. Так, значит, у них тоже есть танки, а значит, нужно держать ушки на макушке. Один танк против меня, конечно, ничто. Нифига себе, вот это силище. Вау. А вот если будет два, это уже можно... Так, это мини-завод. Ух ты, блин. Хоть застреляйтесь. Мы подбиты. Блин, ништяк, войнушка. Близко! Да я знаю, что она близка. Блин, я просто тут полный хаос. Система разрушения здесь на ура. Сделал гадости, на душе радость. О, хотел бы я тебя оставить. Peace of shit. Да, 50% синхронизация, да и ладно, главное было весело, а на колесах. Бабах. Достижение. Что ж, и это была последняя машина смерти, если можно ее так назвать, построенная Леонардо. И теперь Леонардо должен как бы нам помочь. Мы ему руки таким образом развязали. Кстати говоря, Леонардо, что дальше? Эцио, я слышал, что все мои изобретения были уничтожены, но мне удалось сделать еще кое-что специально для тебя.
Что это? Это устройство позволяет опускаться с любой высоты. Оно меньше летательной машины, и его можно носить с собой. Грация, Леонардо. Грация в карман не положишь. Я так понимаю, парашют. И внизу слева появился интерфейс со счета этих парашютиков. Да, надо будет научиться его использовать. Так, посетите портного, чтобы купить парашют. Получен доступ. Так, хорошо, давайте попробуем использовать. Какую бы высоту выбрать? Он, наверное, той вполне хватит. Оп. Это должно быть круто. Так, ну что ж, я прыгну и буду импровизировать, потому что я не знаю, на какую кнопку активировать этот парашют. Это типа Да. Круто. Я не понял. Так, а что скажет нам виртуальное обучение? Так, тихое убийство. По-моему, здесь нету такого. Да, скорее всего, и правда нет. Проглядел, может быть, и высветилась кнопка, которую нужно будет использовать, чтобы использовать этот парашют, но я проглядел. Ну, в любом случае, парашют это круто, потом мы его обязательно будем использовать. Вот. Так, ну а сейчас у нас продолжение основной сюжетной линии. И мы продолжаем. Этот идиот что-нибудь сломает, Рите Беннинг. Да, я что-нибудь сломаю. Нос, допустим, тебе. Невежа. Эх, у средневековых людей совсем нету чувства такта. Вольпе, как дела в Риме? Очень хорошо. Войска французов и папы в смятении. Значит, время пришло. Собери ассасинов и приведи Клаудию. Сейчас? Да. Так, кажется, пришло время нанести удар. Лашая вапмутлак, белькулю мумкин. Мудрость нашего креда заключена в этих словах. Мы действуем во тьме, чтобы служить свету. Мы ассасины. Клаудия, мы посвятили жизнь защите свободы. Марио, отец и брат, когда-то стояли у этого огня и сражались силами тьмы. И сегодня я предлагаю тебе присоединиться к нам. По многим вопросам наши взгляды расходятся. Никола. Но ты именно тот, кто нужен ордену. Ты повел нас на борьбу с тамплиерами и возродил наше братство. А теперь Эцио должен занять свое законное место во главе ассасинов. Эцио аудиторе да Ференце. Теперь ты элементоре, хранитель ордена и всех наших тайн. Когда остальные слепо следуют за истиной, помни, ничто не истина. Когда остальные ограничены моралью или законом, помни, все дозволено. Откуда такая перемена? Я всегда был за тебя. Это я привел тебя в Рим. Это я устроил взрыв, когда вы с Катериной бежали из замка.
А кто, по-твоему, отправил наемников в Колизей, чтобы они защитили тебя? Ты просто этого не знал. Маэстро Макиавелли, Чезаре вернулся в Рим, он один. Сейчас он поскакал в замок Сант-Анджело. Грация. Итак? Твое решение не мое. Никола, я не собираюсь затыкать тебе рот. Зачем мне лишаться мнения моего самого доверенного советника? Убей их, менторы. Доверши начатое. Хороший совет. Когда-нибудь я напишу о тебе книгу. Пусть она будет короткой. Да. Восхождение. От всего этого у меня даже мурашки по коже. И даже не знаю, с чего начать. Наверное, с того, что последовательность 7 завершена. И наша сестрица теперь тоже среди ассасинов. Кстати говоря, в Assassin's Creed 2, когда Эцио также клеймили, раскаленной вот этой кочергой, у него на левом безымянном пальце был клеймо ассасинов, а сейчас его нету, что самое интересное. Разработчики не доглядели еще что. Ну, то есть даже шрама вообще не видно. Вот такие дела. Последовательность 8. Боже. Итак, сейчас, я так понимаю, начинаются ключевые события и решается судьба Рима. Ну, а прежде чем все это начать, я так понимаю, что-то новенькое будет вне анимуса. Ну, покинем сейчас, посмотрим, что снаружи. И, надеюсь, будет достаточно всего интересного, чтобы посмотреть. А не просто какая-то почта в нетбуке. Итак. Не вставай слишком быстро. Хорошо. По крайней мере, Люсин не здесь сидит теперь, значит, с ней можно поговорить. Сколько осталось до запуска спутника тамплиеров? Сегодня 8 октября, значит, осталось 74 дня. Не так уж много. Подумай о том, что тебе пришлось пережить за последний месяц. 74 дня — это очень много. Секунду. 8 октября, 74 дня. Боже, 21 декабря. Прикиньте, намек на конец света по календарю мая. Представьте. Тонко-тонко. Похоже, поврежденное воспоминание проясняется. Удивительно. Оно чинит само себя, словно мы помогаем тебе справиться с психологической травмой. Значит, я стану более уравновешенным человеком? Понятия не имею. Но идея хорошая. Это в тебе говорит чувство вины. Ты же поджарила его мозг. Сортир чистит Шон. Ладно? Да, конечно, согласна. Чёртовы коммунистки. Постоянные колкости между командой. Весело. Можешь рассказать что-нибудь про Чезаре? Ты шутишь? Он был знаменит. Вот, послушай, в 1502 году взбунтовались высшие офицеры его же армии. Он пошел на уступки, и командиры вернулись в армию. А в канун 1503 года он собрал их вместе в Сенегалье и всех арестовал. В ту же ночь Микелета задушил двоих из них, а остальных заковали в цепи. А несколько недель спустя их убили. О! Самое удивительное, что Чезаре был настолько добр к ним, что они ничего не заподозрили. Макиавелли называл его мастером обмана. Ну, прям венец красноречия. Так, а может, Люси нам еще что интересного расскажет? Яблоко уже близко. Я чувствую это. На твоем месте я бы больше отдыхала. Значит, хорошо, что судьба мира зависит не от тебя. Шутки шутками, но твое психическое здоровье — это очень важно. А длительное пребывание в анимусе может привести к тяжелейшим побочным эффектам, а ты из него не вылезаешь.
Отдохну, когда найдем яблоко. Я боялась, что ты это скажешь. Да. Дезмонд уверен в себе. Так, похавать есть что? Похавать, похавать нет, нельзя. Один раз поели всего. Так, ну, давай, 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 давай. Я занята. А, понятно. Значит, Чезаре любил действовать тайно. Да, но только не в любовных делах. Он отправил папе римскому письмо, в котором подробно описал свою первую брачную ночь. Чезаре утверждал, что приходовал жену француженку целых 8 раз. Это что-то католическое? Что? Ну, писать папе римскому про свою первую брачную ночь, чтоб старик порадовался, понимаешь? Знаешь, это действительно похоже на правду. Ай, блин, понятно все. Так, что ж, на такой вот восхитительной ноте я завершаю часть этого прохождения. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь, и всем тортик.